Ребятам не придется далеко идти, они все здесь рядышком. Самая удивительная способность человечества – это не только помнить, но еще и воспроизводить определенные обычаи, традиции. И как это делается, я, к сожалению, даже примерно не понимаю. Я вижу, что на сцене уже и семиклашки в линии танца появились, и есть уже дети, которые много лет назад нашу школу закончили, все равно продолжают на общих больших мероприятиях выступать. Сегодня мы благодарим вас. Надеюсь, что наши слова благодарности вы передадите и Ксении, теперь уже журналисту, уже работающему на Рязанском телевидении человеку. Мы очень хотели, чтобы Ксюша стала частью нашего педагогического коллектива, но она не отказала. Может быть, когда-нибудь и это тоже случится. Спасибо вам, ребята.